Когда я поставила помидоры на плиту, они у меня простояли 10 минут под закрытой крышкой, прокипели. И вот видите, какие они стали мягкие, размягчились. И я начала их тереть через сито. Вот у меня что получается. Ну, вот здесь вот в этой кастрюле я сюда сливаю сок уже. Почему я мало провариваю и стараюсь побыстрее слить? Я не люблю переваренный сок. Ой-ой-ой, неудобно так снимать. И только лишь поэтому я варю сначала недолго. И потом, когда я перетру все, ну, вот так беру ложку, да, через сито тру. Кому кажется этот процесс долгим, утомительным, ну, те могут перетереть через соковыжималку, пропустить. Ну, уверяю вас, если вы попробуете один раз, попьете вот такой сок через сито, перетертый, то навряд ли вам захочется потом через соковыжималку выжимать его. Вот поэтому я это и делаю. Заморачиваюсь. Вот он у меня кипит на медленном огне. А я тут стараюсь по-быстренькому тереть. И сейчас, когда я его полностью перетру, ну, тогда я буду уже добавлять специи и разливать по стерильным банкам. Ну, это в процессе я вам все покажу. Пришел мой любимый муж, помогает. Мне уже жарко в косынке, я ее сняла. Фартуки-то жарко. Вот, видите, как у меня мало уже осталось. Быстренько я это делаю. И еще, вот смотрите, вот этот жмых, я его почему в тарелочку определила? Потому что я сильно густой сок не люблю. Вот смотрите, какой он у меня получается. Вот, видите? Вот такой сок в самый раз пить зимой. А вот это вот все, как я называю, это жмых, ну и так он, наверное, однако и называется. Я буду готовить что-нибудь, например, кабачки или икру какую-нибудь завтра. И использую вместо томатной пасты вот это вот, вот этот жмых. Кожицы у меня нет, семечки только остались, и мякоть будет. Я тут редактировал пока первую серию нашего видео. Это вторая серия будет. Лариса решила сама поснимать. Ну, не успеваем, мне завтра с утра на работу. Поэтому сейчас уже поздно, чтобы быстрее было, она решила сама поснимать. Ну, а так. Мне завтра в больницу с утра. Да, надо успевать все. Еще и вам показать, и с вами поделиться, друзья. Рассказать вам моменты нашей жизни, некоторые истории из жизни. Момент истины. Момент истины когда-нибудь настанет. Вот смотрите, как это все быстро трется, видите? Здесь вот пар. И если я буду снимать, вся камера запотеет. А я могу вот так подвинуть. О, вот так лучше. Видишь, как? Видите, как быстренько. Сейчас. И что, дорогие друзья? Вот так помаленьку, потихоньку, смотрите уже. И уже почти 6 литров. Вот оно как. А зимой это как он пьется. Слушай, у нас еще желтого не было, да, сок? Да, вот в том-то и дело. Только что хотела сказать. Я почему-то всегда делала красный сок. Да я как-то не особо сажала желтые помидорки так, чтобы покушать. А так как в этом году я купила бычьи сердца, и в них оказались желтые вот эти помидоры оранжевые. Я даже не знаю, кто перепутал это. Но там написано было на пачке «бычье сердце». Видите, какой у меня урожай с бычьих сердец. Может, они оранжевые стали, может... переродились как-то. Может, у кого-то тоже так было? Или бывает? Все, уже надо здесь отключить. Уже немного осталось. Ну и так далее. Девчонки, ой, и мальчишки, ой. Ой. Принесла. Ой-ой-ой. Эти бутылки. У меня мама любительница все собирать. Вот от сока мне бутылки насобирала. Ну, они у меня стояли до определенного часа. Сок гранатовый. Будет теперь томатный. И дочь мне говорит: мама, что ты паришься? Намочи их на ночь, и утром все отстанет. А я думаю, я вообще с детства не люблю мыть банки. Вот честное слово, я закрывала, резала все. А когда мы делали это с мамой, она, бабушка у меня мыла банки. Когда мы делали это со свекровью, свекровь мыла банки.
Когда я была дома и уже дочь подросла, дочь мыла банки, бабушка помогала мыть банки, мама потом помогала. И я все время как-то от них отстранена была. Я думаю, почему я их терпеть не могу мыть? А вот оказывается почему. Вспомнила тут, покопалась в своем далеком прошлом, что я их никогда не хотела мыть. Вот видите как, теперь приходится просто. А муж теперь банки не моет. Да было бы время, помыл бы. Надо ножом отскабливать, Лариса. Нет, ну, видишь, как рукой-то сначала сходит. Вода горячая. Ты инструкцию-то давай по мытью банок. Так люди лучше меня знают. Температура 50 градусов. Правда 50? Ну, а сколько? Ну, я горячую налила. 50 – это сильно горячая. Ну, рука терпит, смотри. 45. Я холодную не добавляла, только горячую. 45. Ты все определил. Ну, вот так я их и мою. Посмотрели, посмеялись вместе со мной. Ну, ножичком попробуй. Ну вот же попробовала, видишь, уже чистенькая. Ножом делала? Ножом сначала чуть-чуть, а потом взяла этот, ну как типа пемолюкса, но только я купила это в ленте, чтобы было подешевле. Вот так вот взяла и подпоркала. Смотри, раз. Да фигня все это. Ножичком, ножичком надо. Ну что ты тут ножичком будешь стирать? Ничего я не чистила. Фигня все это. Вот такие у нынче пошли бутылки с банками. Как прилепят, не отлепишь. Юра хотел увидеть, наверное, как это все ножичком происходит. Вот таким образом. Ну лучше же, чем рукой. Ну сначала да. Ну что оно так прицепилось-то? Ну, тебе что ты же сказала? Пусть полежит. Ну а мне-то надо. Очень кушать хочется. Утром посадил, вечером выкопал. Понятно. Это мне свекровь постоянно рассказывала эту притчу. Не притча, а анекдот. Анекдот. Так и я. Процесс соковарения подходит к концу. Я опускаю сюда веточки укропа. Придерживаю, что-то сразу закинула. Лавровый лист и перец горошек у меня здесь. Это все, девочки, и мальчики. И соль, девочки. И мальчики, по вкусу. Я сейчас насыплю 2 ложки. А вы сыпьте по своему вкусу. У меня почти 6-литровая кастрюля, но 5-то точно здесь будет. Я вот 2 ложки насыпала. Мне муж не любит соленое. А я, если что, зимой могу достать и подсолить. Я сразу покажу. Так, сейчас я придерживаю эти веточки, чтобы они туда у меня не свалились. Я простерилизовала банки. Баночка. Ой, банки, бутылки. Закинула туда по 1 таблетке аспирина. А вот так покажи. Ацетиловой кислоты. Вот она. Вот такая вот штука. Те, кто противники, не закрывайте с кислотой. И вот так вот на кончике лимонки я насыпаю. Это я, чтобы не забыть. Сейчас у меня закипит, он у меня не кипел ни разу, я тут этими бутылями занята была, крышечки купила новые, почему-то 4 штучки, одну не знаю куда делала, вроде 5 покупала, вот, и это, ой, сейчас упадет, и поэтому я сок не кипятила, долго я кипятить его не буду, как я вам уже говорила, я не люблю слишком перекипяченный сок. Сок закипел, я выкинула. Все, что я сюда клала. Кроме тут горошки, перцев встречаются еще. И вот эту пенку я тоже хочу собрать. Она мне не нужна. Эта пенка. А сок, посмотрите, какого цвета. Обалденного. Томатный сок, да? Угу. Как будто абрикосовый, да? Ну, я так и думал, что это абрикосовый. Забыл, что ты томатный товарищ. Сок кипит. Переваривать я его не хочу, поэтому я его сливаю в банку, ой, в бутылку переливаю. Вот так под горлышко я налила бутылку и теперь закручу. Где моя любимая варежка? Так.
хорошо вроде закрутила. И так следующую. И все пока не закрою. Муж у меня ушел спать. Уже поздно. Соли я больше не подсыпала. Посолю, если мне не хватит зимой. Но обычно я этого не делаю. После того, как я стала сама готовить сок томатный, я совсем перестала его пить магазином. Я его просто не люблю. Мне он кажется очень невкусным. Не знаю, по какой причине. Получилось у меня 4 бутылки. Я использовать буду следующий красный сок, буду варить. Так вот. Все, девчонки, закрыла. И мальчишки, закрыла я томатный сок. Смотрите, понравилось вам, делайте как я. Если не понравилось, не делайте так. И... до новых видео. Всем пока-пока. И как всегда, не забывайте поддерживать наш канал. Юрий и Лариса Ивановы. До встречи.